Так вот. Так. В общем, вот это то, что в деловерсе видя. Блять, только тут у него он без шлема и 5 часов идет, а не 5 минут по этой пустыне. Съебал шлем. Так. Так, свалился. Ты все в ТД вообще. Ты качаешься. Будто сам перевернут сейчас висел. Так. Бац, и шлем оделся. И не может одеться и снялся. Ага. Сука, инженер, чини шлем, нахуй, а? Так, блядь, ага. Ой, двое ходят, там реально, так, ага. А там он по радио это пиздит, да? Его рядом нет в геймплеере. А у меня нет этого бота. Что за пауза-то? Блядь. Все, обвалилось. Так, как демоверсия этой. Точнее, не как демоверсии, там вообще было из интро. Часть. Ну, на паузу ставится. Так. А здоровье вообще индикатор пал. А, вот. Смотри, как четко следы остаются, да, где снег. Это как бы тонкие, а где крупные, там вот целые хлопья этого снега, видите? Класс, вообще графика. Так. Сука убегает. Ага. Там уже раскопают, а там труп просто. Вот. Какой-то. Тот, которому башку снесло. А. Это вообще, кстати, непонятно кто, вот откуда он. Ага. Ого, прикольно, смотрите, у этого шлем не разъебан, да, но есть локатор. А у меня шлем разъебан. Нифига себе, как такое может быть? А, это специально. Нет. Странно вообще, да. У него не разъебан шлем, а у меня разъебан. У него тоже температура, оказывается, почему-то. Баг, что ли? Чем у него тогда температура тоже, если он не разъебан шлем? Ага. И сюда, долбоебина, вот сюда. Дебил пропустил. А где он там? Ну пусть замерзает, ждет нахуй, если. Вот. Так, мы еще подсыраемся. Так. Так, тут уже все работает. О, станок. Ого, обойму мне передал напарник. И бот освободился. Все, вообще в 3D офигенно, прям передо мной эта рожа. Все это туловище вообще. Вот и как, а? Уже должны тут гранатомет где-то дать. Скоро, по идее, уже должны, да, дать. Блять, если миссию не выполнили, сука, нахуй. Там в космосе, да, должна быть миссия. Вот, сука, как-то забыли из-за этих маслят выполнить. Короче, чувак, да, он типа забаррикадировался, да, самое сложное. Там, видимо, гранатометы давали. Ну ничего, сами сделаем. Так. Блять, ни одного секрета, ничего там не раскрыли, блять. Че, переиграем потом? Ага. Ой, кошмар какой, а? Блять. Так. Кнопка стазис, а? Интересно. О, новый бот. Забыл, блять, какой кнопка? Сука, мамонты какие-то лезут. Так, стой, блять. Так, вот тут, видите, секрет. Щит. Так, вот тут. Бля. Блять, он подох, сука, он. Сейчас поможем. Ходи, блядь, в незнакомые места, придурок. Потому что один тем более. Блядь, все сдох. А, вот зато кнопка S-стазис. Вот знаю какая. Так, блядь, мне опять надо туда. Куда он делся, блядь, опять? Блядь, его опять, похоже, убивают там. Мне лучше на геймпаде поиграть. Единственное оружие, которое вам нужно в этой игре, это шотган, и все. Остальное это херня. Или автомат прокачанный еще. Где шотгана мало. Так и я своего торса, да, пущечка. Я и замерзаю, сука. А вот уже пришли. Блять. Так. Вот он замерзает, этот. 3D все вообще. Обморожение в 3D, нахуй. Так. О, наконец-то, базука, сука. Вот видите, что надо. А вообще в 3D как охуенно, вообще. Сами видите, да? Так. Вот теперь с базукость. Вот видели. Рожа реальная в трехмерной, вообще пиздец. Блять. Вообще, трехмерная рожа. Пиздец, вообще там, блять, без кооператива, они по радио просто пиздят. Блять, сука, черти. Из базуки надо ебашить. Но не буду я их так. А с кошкой играю, я бью. О, сколько от них добра.
Приятнее всего этих мелких хватит по майнонду. Так. Вот, идем, сука. Сука. Блять, ну их совсем уже что-то дохуя. Блять, они даже в стазисе ебашат, что, блять. Пиздец. Блять, сука, хуй ты нахуй. Блять. Да. Так. Блять. Так, а у меня робота нет этого. А вот тут это как бы проблема будет. Там сложновато будет-то немного. Так. Видимо, один будет опять. Сука. Чинить, а второго должен быть лечить. Хотя, может, и нет. Давай там работай за меня. Вообще прицел лазерный охуенный, а. Ой, блядь. Блядь, блядь, сука, это ж пиздец. Блядь. Блядь. Так вообще получилось. Блядь, как я жил вообще? Так, вот еще стазис тут. Давай работай. Буду прикрывать. Так. Все, блядь, дебица, что делаешь, а? Ой, блядь, а? Сам думай, нахуй. Сука тупая, вот. Када, нахуй. И вот, не мог сделать. Бля, полезли черти, а? Как я и знал. Прут и прут, а? Блядь, переполнен рюкзак. Сдавать уже на базу все. Блядь, идиот, блядь, кретин. Их заново теперь мочить. Станок. О, я нашел. Гардероб. Практический костюм. Того надо. Когда дадут дальше пройти там по миссии. По сюжету. Вот. Вообще просто из валенок сшили. Называется космический костюм. Улучшить. Стазис надо улучшать. Больше нечего. Где станок? А что тут такое, а? Кухня какая-то. Тут что? Были, по-моему, какая-то херня. Ладно, пошли назад, блядь. Типа такая подъёбка. Ого, у него другой костюм, по-другому он выглядит этот. Чё себе? Это зловеще. И он себе другой одел. А вот станок мне нужен, точно. Видите, сколько лишнего добра тут накопилось. Надо сдать на базу. Ой, теперь на максимум теперь урон на винтовке. От гана. Надоело на клавиатуре не играть, на геймпаде буду лучше. Хуйня какая-то. Так, вот. Селей намного лучше на геймпаде, обратно дачи и вся хуйня. Все равно всем пиздец. Блять, твари какие, а? Сюда иди, сюда, туда, не ходи, да, блять, там, бонус вместе. Блять, да, да иди нахуй, я сам там справлюсь. Следовать базу снабжения. Блять, не туда мы куда-то шли, сука. А, он отключился, что ли? О, во, база целая заброшена, а? О, я не помню, я проходил это или нет. Я тоже мог пропустить ее, кстати, легко. Так, робота тут отпустим. Блять. О, ползают твари. Не, по-моему, все-таки проходил, тут сложная миссия будет. Тут много их, блять, лезет. О, я как пригвоздили нахуй. Видите, как? Тка какого-то. Да. Вообще прям так кольцом нахуй его туда захуярили. Причем 200 лет назад было, а он как свеженький. Сохранился. Блять, суки, а? Ведь они как раз сложные, эти миссии, дополнительные все. В этом-то и фишка, да? Какая-то там сложность дополнительная. Причем призы такие говёные, там, никого оружия, ничего, просто какой-то модуль сраный дадут. Так. О, тварь, а? Блядь, сука. Зверские какие пошли. Блядь. Звери-то, а? Блядь, а? Не, я тут играл, точно помню, я видел этих детков, все. Что я все там вообще испроходил, я же говорю. Чуть ли не 100% было с этими артефактами и прочим. И вот тут сложно, я помню, было. Вот к твари полезли, блядь. Блядь, а суки, блядь. Блядь, вот твари. Винтовка как хорошо бьет-то, вообще, пиздец. Шотган, да на расстоянии, считай, каждая пулька. Блять, он опоздал.
Сука, на геймпаде намного лучше играть. Ща. Сука, в 3D охуенно все, а? А вот тут будет западло еще. Вот они лезут. Бляди. Блядь. А, вот секрет. Обязательно эти штуки с собой надо иметь. В предыдущих частях надо было дробущие модули эти иметь. Тратить. Что открыть там что-то. Хотели. Так. Сука, блядь, они как мыши там свешиваются, видите? Можно и не замешать, тогда они прям на тебя прыгнут. А вот последняя эта хуйня. Тут очень сложно будет. Надо запастись всем, чем можно. Тут столько их полезет, вообще просто опа будет. Все. Брону надо держать. Сталина нахуй. Надо вместе держаться. Блять. Блять, блять, ну суки, а? Какой их, сука, чертей, а? Это так, это там, блядь, цветочки только. Тут их столько будет уродов, блядь. Че, блядь, а? Блядь. А? Все, даже бомбы для них поставлены, чтобы взрывать ублюдков. Как где вы там, твари, блядь? Ну, мразь, блядь. Блядь, а? Хорошее оружие это, кстати, из ВДОСИ бесплатного. Но мощнее, чем стандартный автомат. О, блядь, все понапичь быстрее все. Давай, открывай. О, вы все своровали у него. Так. Задание выполнено. О, прицел разблокировался. Он завис опять, сука. Так, прицел. Перезарядка. Там. Видите, сколько накопилось добра. Даже аптечки можно не брать теперь. Мы ж там были. Вообще в 3D охуенно, а? Пиздец, а? Такие рожи, шлемы эти, а? О, а тут что такое? Бля, что это такое тут, а? Бля, с прицелом вообще как четко, а? Да. Вообще, они ближе, кажется, все с прицелом. Много. Все, теперь пошли компанию выполнить. Ладно, в следующей части продолжение.